Братья и сестры, которые живут в Франции, после того, что это правительство и Макрон в том числе явно открыто просто враждуют мусульманами, то есть там нету вообще даже скрытых там, вот это течение с ними воюют, там пророк для всех, он 1,5 миллиарда мусульман, он является самым святым, Коран, пророк, это такие вещи, которые нельзя с этим играться. Вам нельзя там жить просто по шариату, у кого есть хоть чуть-чуть вера, чуть-чуть честь, вы все должны, если у вас есть возможность, вы должны переселиться от этого страны. Аллах, и вы не имеете права морального, чтобы вы там могли жить дальше, когда в этой стране открыто издеваются над пророком, это даже на большие стены вывешивается, это не один единичный случай, это сейчас учитель там больной на голову, не два случая, это уже когда на уровне власти, правительства открыто этому призывают, делают, печатают, и дальше в этой стране жить, и как будто там, как сразу в голову песок засунул, как будто тебя не касается, это как минимум, Аллах в Коране сказал, когда вы слушаете, когда люди, мученики, мунафики, за аяты Аллаха там издеваются над религией, над аятами, как минимум ты должен встать и уйти, не должен сидеть среди них, то есть не жить среди людей, которые издеваются над аятами, над пророком, сиротам. Живите в Австрии, в других странах, езжайте в Турцию, есть места, где можно еще жить. Кто может из вас, братья и сестры, на вас долг и религиозный, и моральный, чтобы вы просто переселились ради Аллаха. Мекке, когда над пророком Сросом издевались и их вытесняли, они хиджу сделали в Эфиопию, сделали хиджу в Медину, там, где над религией не издеваются, там, где они могут свободно исповедовать свою религию. Там явно видно просто невооруженным взглядом, что они ненавидят ислам, ненавидят сунну и пророка, салам. Дальше там жить, как будто тебя ничего не касается, это неправильно. Уезжайте оттуда, и Аллах вам землю, Аллах не, ради Аллаха, кто хиджру сделает, Аллах никогда его не оставит. Аллах даст еще лучшую ему жизнь в этой дуне, в ахира, и награду за то, что он хиджру ради Аллаха сделал. Мы знаем первый хадис, который проходит в Бухари, Сади Праведня, 40 хадисов вам Навави, в котором говорится, иннамаль амалу бинният, поистине все дела по намерениям, и каждому, каждый получит то, что он вознамеровался. И тот, кто сделал хиджру ради Аллаха и его посланника, вот вы сейчас можете сделать хиджру ради Аллаха и посланника, то их хиджра будет ради Аллаха и посланника, то есть если искренние намерения ради Аллаха были. А тот, кто сделал хиджру ради дунья, он ее получит, или ради то, что сделал ради женщины какой-то там. Люди реально переселяются ради своей жены, там, ее город. Ради работы переселяются, чтобы ему удобно было больше заработать могли. Неужели нельзя ради Аллаха и его посланника сделать хиджру? Просто за то, что ты не можешь терпеть это оскорбление пророка и сделать хиджру. Многие братья также не покупайте французский товар. Они поклоняются деньгам, западный мир, они не понимают, потому что у них нет веры в сердце. Они не знают, что такое святое, не знают, что такое пророк, они не уважают пророков. И нет у них святости ни Библии, ни Корана. И поэтому, когда мы возмущаемся, они нас искренне не понимают. Настолько у них все в душе пустота полная, нет веры, деградация. И они верят деньгам, выгоде. Когда люди реально на целые страны бойкотируют, миллионы мусульман, миллиард мусульман бойкотируют французские товары, клянусь Аллахом, это очень серьезный удар по их стране. И они ошутят, и на самом деле на нас долг, чтобы, если у нас есть возможность, не покупать их товар, чтобы мы не покупали. Также, если они дальше продолжать будут, как минимум, мы знаем, пророк сам говорит, тот, кто из вас видит мука запретная, а это самое худшее из всех запретных. То есть даже те мушрики, которые просто ширк делали, может быть, они их можно оставить. И не верили, тоже оставляем. Когда издеваются над пророком, над религией, над Аллахом, над Кораном, этих людей как минимум выйти и сказать, что мы не позволим издеваться над нашим посланником Аллаха, кроме пророка. Вы можете над кем угодно издеваться, над своими Лениным, там, не знаю, учеными, кого хотите, издевайтесь. Но мы не позволим издеваться над нашим пророком, словом. Это как минимум должны мусульмане сказать и выйти, показать свою позицию. Это и уехать оттуда подальше, и сделать так, что все, что французское, мы не покупаем. Те миллионы мусульман, которые живут в Франции и Европе, они приехали, потому что им дали беженство, им дали гражданство. Многие там живут законно, даже третье поколение. Если вы даете людям беженство и гражданство, они убежали со своих стран, которые вы колонизировали и поставили там тиранов над ними,
и грабите их страны, их ресурсы. Они убежали от них к вам, что у вас там свободно. Но не для того, чтобы вы издевались над их культурой, над их религией, над их ценностями, над их святыми вещами, а для того, чтобы они исповедовали свободно свою религию, и чтобы было это взаимное уважение. Они не нападают на атеистов, они не нападают на католиков, на христиан. И также не делают нападки на них. Конечно, антисемитизм, как мы знаем, евреев трогать нельзя. Геев трогать нельзя, сразу тебя засудят. Собак даже животные защищают. А почему мусульман нельзя защищать? Если ты защищаешь, ты против свободы слова. Как это против свободы слова? Мы как раз таки за свободу слова, чтобы истину говорили, чтобы правду говорили. Но не издевались над 1,5 миллиарда мусульман. И потом удивляйтесь, что кто-то проявил там жестокость. Но у мусульман миллионы молодых людей, которые готовы ради пророка Шалам жизнь отдать. Кто готов рисковать ради свободы слова, ради того, чтобы издеваться над другой религией, жизнь свою отдать, скажи мне. Может быть, даже таким образом они специально, наверное, провокации делают, чтобы мусульман проблемы там создавать, чтобы были причины для создания проблем. Там реально сатанинский режим, и они не могут успокоиться, то, что мусульмане там сохраняют свою религию, соблюдают свою религию, сунну пророка, салям, их это задевает. Они хотят, чтобы они туда пришли, сразу ассимилировались, стали французами. Такого не бывает. Понятно, что у каждого человека есть своя история, свои корни, своя религия, свои ценности, своя культура. И каждый пытается по мере возможности ее сохранить. И так много мусульман испорченных, очень много мусульман не соблюдающих, очень много разделений среди мусульман. Но когда их пророк ас-салям трогает, то даже не соблюдающий человек ревностно к этому относится. Тысячи и тысячи людей, которые просто глазами моргнут, жизнь отдают ради посланника Аллаха ас-салям. И ни одной религии, сколько людей последует или нету, которые могут так отдать ради своего пророка жизнь. Не христианство, у них церкви пустые, они продают эти церкви, мусульмане у них покупают их, они это прекрасно знают. Если у мусульман кризис, как говорит этот же Макарон, который там глаголит, на самом деле у христиан кризис еще наступил 100 лет назад, и они все хуже и хуже. Дошло до 2020 года, что Папа Римский дозволяет гомосексуальные братья. Это уже просто дальше некуда. Просто ниже дна, там еще дно пробито, и дальше уже некуда уже идти. Но я надеюсь, что для мусульман это огромным уроком будет, что Запад не сражается с отдельными радикальными мусульманами, или салафитами, или ваххабитами. Они давно сражаются с исламом, и они ненавидят пророка, ненавидят религию ислам. В чем свобода слова издеваться над святынями других людей, над религией других людей? В чем и свобода слова? Он сказал, выйдите там, мусульмане, если дети это вас заденут. Ага, машала, там я сейчас кого-то мать поставлю, голову здесь на доске, картинку, карикатуру, а его сын ее выйдет сейчас на улицу, мы сейчас под ней поиздеваемся, посмотрим, а ты пока выйди. У тебя есть свобода выйти или остаться. Это что такое вообще? За одного африканца, который полицейский по своей грубости убил, ты видел Америке, что творилось? Мусульмане за пророка, ты как думаешь, если их так разгневать, если они на улице выйдут, что там будет дальше? Они в Аллахе играют с огнем. Лучше им этого не делать. Ну, к сожалению, все перевернулось в этом мире. Дегенераты общества, они становятся президентами. Кстати, и Собчак я слышал, что поддерживает Макрона, и для них он стал, говорят, этот герой. Ну и, конечно, если ты выпускница из Дом 2, для тебя вот другие герои не могли быть вообще. Что ничего не удивляет нормальных людей. Пусть а что она туда не едет, если Макрон такой герой, надо было туда поехать, там же жить тоже. И они говорят про культуру, они говорят про толерантность. Нигер, который вы поработили, колонизировали, которым мы копаем колодцы, вы кроме нищеты ничего не оставили. В Нигере до сих пор нищета, люди живут как 1000 лет назад. Вы воруете их уран, вы воруете их нефть и золото, все их полезные ископаемые, а люди живут в камышовых домах за 1000 километров за водой, нищие настолько. Даже президент Нигера, который пытался им колодцы делать, вы на него сделали военный переворот, поставили еще одну марионетку,
и экономику, и военную инфраструктуру, безопасность, все вы, и политику вы там до сих пор контролируете. Просто название, то, что колония ушла, а на самом деле все осталось под вами. Это 21 век, 2020 год, Нигеры нищета из-за Франции, потому что они до сих пор их колонизации держат. Здесь структура безопасности их люди, везде политики и в экономике они контролируют. И попробуй, кто-нибудь для своего народа что-то будет делать, они обязательно на нем переворот делают. Вот этим надо вам заниматься. Оставьте мусульман в покое. Это Нигер, 99% мусульман не живут. Вот там вы постоянно порабощаете, воруете, убиваете в Северной Африке, Западной Африке людей. Вы в Сирии также то же самое вы делали, колонизировали. Сколько людей вы убили? Пытаетесь превратить эти мусульманские страны в христианские страны, засылаете там миссионеров. По сей день в Нигер приезжают постоянно миссионеры, в аэропорту постоянно их встречают. Что они там потеряли? Почему вы хотите в мусульманской стране христианство распространять? Оставьте людей в своих странах в покое, они потом к вам не будут приезжать. Оставьте их религию, их святыню в покое, и они вас оставят в покое. Вас никто не будет трогать. Пока вы живете мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, с собаками, вы вымираете. Каждый год вы вымираете, вы это знаете. И вы вынуждены принимать беженцев. Они сами себя обрекают на погибель. Наверное, когда вас судный день приближает, все их ненависть все больше и больше выявляется. Потихоньку появляется фронт мусульман и неверных людей. Мусульмане, когда касаются пророка, даже те, кто разногласили, в этом вопросе всегда будут объединяться. У них будет всегда одна позиция. Мы не позволим издеваться над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И даже Кадыров говорит, я готов работу оставить, я готов жизнь отдать ради Корана и Сунны. Представьте, до чего мы дожили и до каких заявлений. Хотя даже просто заявление, это очень даже смело. Мы знаем, Эрдоган тоже что очень жесткую позицию держит. Как молодец, в принципе, на уровне президента может только президент так и говорить. Очень нравится кафирам эта его позиция. И они очень знают, что Эрдоган может больно ударить и экономически, и политически, и в военном плане. Надеюсь, что неверные взяли для себя урок, что с мусульманами нельзя шутить с их святынями. В Аллахе найдутся среди нас тысячи людей, которые отдадут жизнь ради Аллаха, ради его посланника. Тысячи людей. Он может быть в джинсах, в футболке, он может быть в обычной одежде. Вы даже не поймете, что он является мусульманином, но он, если его святыню тронут, он может просто взорваться. Не шутите с огнем, это красная линия. И вам же будет безопаснее, и нам тоже будет спокойнее. Давайте каждый лакум динникум валиядин, вам ваша религия, нам наша религия. Вам ваша религия, хоть даже безбожие, вас никто не трогает, пока нас не трогает. Мусульмане очень мирные, хорошие люди, когда их оставляют в покое. Но когда на их страны под видом борьбы с терроризмом нападают на Ирак, на Афганистан, на другие страны, нападают другие солдаты, убивают их, порабощают, колонизируют, воруют их нефтяные там, или другие полезные ископаемые и называют их террористами, то мусульмане злятся, они защищают свою землю, свою религию, свою честь, свои дома, свои семьи. И это долг каждого мужчины, каждого благоразумного человека.